Но прежде чем прочесть свое, я немножко скажу, как говорят о совести сейчас. Что такое совесть? Совесть – это чувство моральной ответственности за свои поступки, за свое поведение перед самим собой, перед обществом. Как подали звучит совесть? Совесть – это нравственное сознание или чувство в человеке, сознание добра и зла, тайник души, одобрение или осуждение каждого поступка. Ну и там у него такая интересная пословица есть. Рожа кривая, а совесть пряма. Так, ну теперь мы. Я так громко, не слышно? Пословица не слышно. Ну еще раз пословица. Рожа кривая, а совесть прямая. То есть, чтобы была так. Прямая совесть, да. Надо можно, иметь можно прямую рожу. Можно обязательно быть красавцем. Ну теперь мы. Совесть – нравственность души. Не предай, не согреши. Слабых ты не обижай, им чем можешь, помогай. А гордыни не держи, не приемли мести лжи. Чтоб уверенным вам быть, нужно с совестью дружить. Чтоб не мучила она, никому не делай зла.